ребята, вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру FIFA Mobile 18. Мой канал начался с этой игры, мы с вами в нее играли, но я не показывал матчи, я просто показывал состав, покупинг. Ну тогда я удалил эту игру, потому что я хотел новые игры скачивать, а мне она тоже чуть-чуть поднадоела, я решил ее удалить. Но это была большая ошибка, потому что я пропустил очень много. И чемпионат мира здесь был, я его тоже пропустил. И куча обновлений здесь было, и я их пропустил. Ну, потому что я удалил эту игру. Вот так вот, ребята, и сегодня мы с вами начнем в нее играть. Но я уже начал, у меня уже состав неплохой такой. Уже не 60, там, второй. ОБЦ, а 78, почти уже 80, ну потому что вы видите мой состав, вратарь не лучший, защита, ну защита в принципе, знаете, мне нравится вот этот вот игрок, Дигне, я не знаю, я его первый раз слышу, если честно, он в Барселоне играет, возможно он новичок в этом летом присоединился, а возможно в другую пару. Да, как бы когда трансферы были. Филейни у меня есть. Бигнеде, это. У меня, кстати, команда Париж. Ну, Пари Сен-Жермен. Да, Криштиану Роналду, Гризман, я сегодня вот только перед видео получил его. Там еще правый вингер, там нападающий у меня на ЦП стоит, потому что я хочу хорошего центрального полузащитника купить. Я вон собираю деньги, но они у меня собираются как-то очень медленно. Также правый защитник у меня не сильный. Атаки он почти не развивает. Все равно, что он есть, что его нет, он никакой пользы не дает. А вот Дигн, он вот этот вот левый защитник, он хорошо развивает атаки, хорошие навесики делает. И также у него скорость очень крутая. Ну, в принципе, вот такой вот состав. Вратарь у меня Тоти карточка, понимаете? Тоти карточка. Я купил его за 50 тысяч. Ну, вот такой вот состав у меня не самый лучший. Я вам буду показывать состав. Вы будете видеть на своих экранах, как мой состав продвигается. Понимаете, вот вы сейчас его видите, а потом на следующее видео будет уже другой состав, совсем другой. Не, понимаете, мы всегда снимаем с вами Роблокс. Да, надо что-то новенькое снять. Это FIFA Mobile будет. Да. Это FIFA Mobile, ребята, замена Роблокса. Ну что же, я вам показал свой состав, уже у меня там профи, третий. Ну, сегодня я планирую вам просто сказать о том, что я буду начинать играть в FIFA Mobile, да. Ну давайте пройдем кого? Давайте какую-то компанию пройдем, мне кажется, лучше давайте компанию Испанию давайте, хотя... Да, хотя не знаю. Давайте компанию Испании, да. Испания, давай Испания. Я там прошел первую компанию, то есть главу на ура. О, 20 FIFA Points, неплохо. 20 FIFA Points, но мне сейчас FIFA Points не интересует, ребята. Мне сейчас надо деньги. Только денежки. Так. А у меня тут... Что? А, я прошел вторую главу Германии? Я не знал. А, это я Германию проходил. Я думал, что я проходил остальной мир. Да. Вот я, конечно, даю. Так, ну ладно, давайте тогда сейчас вот это что тут надо сделать. Первый тайм, 0 минут, все, 0. В общем-то, тут гарантированно 60 плюс игрок, 1500 монет, 30 опыта. И эпичный, это 74. Игрок основы, но это возможно, да, возможно, но это не точно, что он вам выпадет. Да, давайте играть, начинать. Поехали, ребята. Давайте, 100%, игра началась. Денплей, Гризман, Криштиану Роналду. Форма Пари Сен-Жермен, команда Пари Сен-Жермен против Оснабрюк, да. Ну все, погнали, ребята, Гризман, он атакует, он обматывает первого, второго, третьего. И, ну это легкий соперник, ну вы издеваетесь. И вот так вот легенько забивает. Это вообще смешно. На третьей минуте забивает Гризман, то есть на четвертой, да. Ну это вообще легкотня полная. Так, давайте как-то атаки. Так, с навесиками, вон Дигн, да.
Вот ты где. Вот этот левый защитник из Барселоны. Он уже в ПСЖ, да, в моей команде. Вот, смотрите, какая у него скорость. Ну, скорость довольно-таки неплохая. О, давай навесик. Ай-яй-яй, навесик блокированный. Блокированный навесик. А, давайте навес с углового. И Криштиану Роналду, вы видели? Он присел и ударил головой. Ну, это было, конечно, не слабо, но зато... Удар по воротам, плюс удар по воротам. Филайни, самый высокий, вот только что упал, конечно. Только что он упал, мой Филайни. Но он самый высокий в команде, он головой. Это вы видели? Да он так сильно головой забивает и бьет. Ребята, даже если вы смотрели когда-то матч Япония, вроде бы не Япония, Бельгия, или Корея-Бельгия, да, вроде бы Корея-Бельгия, да, то Филайни такой мощный удар головой сделал. Также он и Фифе. Он очень сильные удары головой делает, но он у меня на позиции стоит, на которой он почти в штрафной не входит. Он просто в полузащите стоит, головой почти не бьет. Ну, понимаете, Гризман, давай, Гризман, давай, Гризман. Вот, ты где так? Давай вот. Ах, ты бан... А как тебя там зовут-то? Да, давай, Гризман, что же ты так? 3-0, счет. Пока месть вообще. Команда не... Это команда Ошенбрюк. Ошенбрюк вообще никакой опасности в наши ворота не несет. Она просто играет себе. Играет, даже не играет, а просто выбежали на поле, бегают себе, двигаются. И мы просто что хотим, то и делаем. Вот сейчас этот... Ага, вон ты где. Ага, вот ты где, бэк, про которого я говорил, что он почти бесполезный в команде. Ну, давай, докажи, что ты не бесполезный. Давай, сделай хороший навес. Вон туда, он куда-то. О! Ой-ой-ой, выше ворот ударил. Это кто, Аларио? Да, это Аларио был. Хотя, да, это Аларио был. Нападающий, который у меня стоит на центральном полузащитнике, потому что у меня нападающий Гризман, а центрального полузащитника хорошая атака. Что же вы, полузащитники? Ух ты, давай, бери, пенальти, какие пенальти? Ладно, давайте тащить. А нет, он промазал. Вот это дает. Ой, давай, успеем, давай, какая атака-то, давай. Все, гол, ребята. 4-0, первый тайм заканчивается. Гризман легенько парашютиком забивает гол. Это вообще было класс. Класс, ребята. Давайте, первый тайм кончается. Ну, кончайся. Все, кончился первый тайм. Гризман нам показывает. Перерыв, так. Все, перерыв закончился. И погнали дальше забивать. Как вы думаете, 10-0 будет сегодня? Ну, не знаю, но, возможно, будет точно 7-0, мне кажется. Так, я не хочу просто забивать, я хочу какие-то тактики, всякие навесики. Потому что просто забивать это как-то не очень для меня круто и скучновато. Когда ты просто бежишь, всех оббегаешь и забиваешь. Как-то навесики помотаться, вот так, давай, навесиком, чтобы красивые голы были. Вот как раз Роналду открытый. Давай, опа, Роналду, давай, и удар. Красота, ребята, красота, Роналду просто забивает крутой гол, красивый гол, посмотрите, просто за площадями, в общем-то, за штрафным забивает такой крутой гол. Так, давайте навесиком, ну, то есть сейчас Дигни, не знаю, как его правильно, ребята. Напишите в комментариях, если вы знаете, но я лично не знал такого футболиста. И я помню его когда-то. И давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой удар был. Ну, я думал, что в дальний летит, но он в ближний полетел, мяч. Ух ты, там, о, кстати, вы видели, там у меня есть элитка, защитник центральный. Мартинес, вроде бы его зовут, он из Атлетико Бильбао. Да, и он, кстати, знаете, ну, в принципе, неплохо играет. О, давайте дальше. Вот на Роналду открытый же. Ах, там офсайд, да? Ох, Гризман, давай, все.
6-0, ребята, мы уже побеждаем. Там в сухую надо победить, чтобы не было позорно, потому что если мы не в сухую победим, то это для меня будет позорно. Потому что такая команда, как Paris Saint-Germain, didn't play, да, никогда не будет играть, чтобы ей забивали, в общем-то. Там, где Гризман, давай, сдалека, чтобы красиво, ну ладно. Вратарь, молодец, так. Гершбек. Вратарь Гершбек. Ну, я не выдумал, там написано так было. Так, это кто у нас? Так, Даннербек. Кто? Даннербек, наверное, какой-то. Ну, он, короче, потерял мяч. Давайте на второй, на другой фланг. Аж так запустим мяч. А Филини, давай покажи, на что ты способен. Так, ой, что так игра? Эй, игра. А, это у Филини такая скорость? А ну, дай сюда мяч. Это через ту программу, через которую я снимаю, она чуть-чуть, ребята, подвисает. Не, в принципе, не подвисает, посмотри. Хотя не, подвисает чуть-чуть. И все, ребята, это гол обратный. Еще один гол. Ну да, как-то игра физит, что ли, или как она так что-то подвисает. Потому что я через эту программу снимаю, через ту рекордер, а FIFA Mobile, да, чуть-чуть она все-таки так... Задержка чуть-чуть такая есть. Ну, давайте вратарем забьем. Ага, мы не успели. Да, мы не успели. Ах, там вратарь побежал за мячом, да, ребята? Давайте какую-то серию пенальти хочу. Какую уже серию пенальти нам можно? А, ну, в принципе, я знаю, можно побить пенальти там. Ударчики поделать. Например, лондонскому Челси можно побить ударчики. Давайте наборчик откроем. 61 вратарь. А, давайте, кстати, еще попродаем игроков. Я, у меня там очень много. Представляете, ребята, я продал за 10 тысяч серебряного игрока с рейтингом 65. Вы понимаете это? Я продал его. Какой-то, наверное, богач. Или какой-то нубик, который не понимает. Так, зентр. Я просто периодически... Ну, капец, как? За 204 купил кто-то Мертенса, нападающего, 85 рейтинг. Да, блин, ну как? Вот, вот мне так не везет. Промес даже есть. Промес. Ой, давайте обновим. Вот что мне так не везет? А у меня денег не хватает, чтобы даже его купить. Ну, у меня, в принципе, Гризман нормально. Мертенс. Он что, такой слабенький, что его продают? Или он такой частый? Часто попадается? То его все продают так дешево. 114 тысяч. Стартовая цена 27 тысяч. Вы издеваетесь? Я реально сейчас в шоке, ребята. Я не видел. Ух, вау, а это кто? А, это Сусу, да? Понятно. Ну, вот, давайте продадим еще пару игроков. В принципе, нормально. Так, во, вратарь. Пойдешь ты у нас за 2... Давайте за 2 500. Вот так вот, а вот цена выкупа 2 600. Вот давайте 2 600, чтобы все его покупали, чтобы все в ставочках не участвовали, а просто покупали его. Ну вот так вот, моя тактика такая. Давайте вот так вот сделаем, еще продадим, то есть... Ага, это испытание. А, это испытание, куда я участвовал. Давайте бросим и тысячу. Тысячу ставим. Цена выкупа 1100. То есть, да, вот так вот. И размещаем. Вот нападающий уехал. Еще Кла уехал. Этот правый защитник уехал. Центральный защитник пока. Центральный пока. Пока. Да, давайте, кстати, еще сейчас я хочу еще посмотреть себе, подобрать центрального полузащитника. Ну все, в принципе, давайте 62 еще продадим, а то уже не надо такое продавать, потому что никто не будет его покупать. Так. Сбросить все. Позиция. ЦП. Ну давайте качество, ну золотое, ну давайте золотое, ну мне все равно просто рейтинг, чтобы был где-то так, 77, это минималка. Мне слабаки не надо в команде,
Все, 77 ставим. Я хотел Трауре попробовать купить, но Трауре он... Понимаете, я вчера мог купить Трауре за 40 тысяч. Только какая-то штука произошла, что я в ставках... А так-то он цена выкупа 300 тысяч, а стартовая цена вроде бы 35, да, тысяч была. И я просто, у меня денег не хватало вчера. И, в общем-то, да, моего Трауре украли. Ладно, так что я заговорился. Давайте, команда, лига, страна, позиция, качество. Ну, цена, давайте, максимально. Ну, давайте 180 тысяч поставим. Вот так вот. И максимально эта цена, ну, давайте, то есть выкупа тоже. Ну, давайте 185 тысяч. Ну, давайте так. СБ. Не знаю. Алан. Ну, блин, что так дорого? Что это так дорого все? А вот, например, выше, чем 77, я могу что-то купить? Вот я этого не знаю. Вау, тихо. Тихо, где это делается? А, вот. Ну, Милинка и Савич. Класс. Сангинг какой-то, так, ну давайте 78 посмотрим. Давайте так. Вау, Рабьёт, блин, вот он. Ну да, тоже неплохо. Габи вообще классно. В принципе, я могу купить Рабьёт, но одно но есть там. Я хотел бы элитку, но прокачивать. Да, Габи. В принципе-то это все так, знаете, заманчиво, но... Да, наверное, лучше оно 79 есть вообще. Если есть 79, то можно покупать. Ну да, вот не найдено. А есть, например, давайте 77 поставим. Или, ну да, давайте 77. Мне правый защитник надо хороший. Надежный правый защитник. Вот он. Да, понятно. Ну, в принципе, знаете, бурсарку есть. Ну, я не буду спешить, я хочу какую-то элитку купить. Например, ну, дальше-ка я рассчитываю на сумму, а не далее. Так, мне все равно. Да, 40, хоть там 20, мне все равно. Так, это сброс, ЦП не интересует. Центральный полузащитник, качество. Ну, мне только элита надо. И так, сбросим. И давайте цена выкупа. Я рассчитываю на сумму где-то так. 500, давайте 500. Я вот такую сумму легко могу сделать. Потому что я завтра получу еще 75 тысяч ежедневные. Так, и тут у нас есть... Есть 81. Вот это вот я... Нет, не этого. Где Нангелян? Вау, Гамшик. Гамшик, прикольно, но он уже продан, но он, наверное, редко попадается. Пьянич, я не хочу. А есть 81, ну да, мне не надо 80, мне бы 81, а там где-то. Так, у нас видеоролик, наверное, долго идет, я не засек, ребята, я не засек. А, нет, ну ладно, давайте посмотрим вот этого вот еще, кто тут у нас... короткие пасы. Я сравниваю с Пьяничем. Выбор позиции. А, ну да, конечно, он сильнее, чем Пьянич. Ну какой-то, я его не знаю лично. О, вау, Гамшик есть. Гамшик-то, ну посмотри. Вау, класс, тоже классно. Гамшика бы я купил. Нангелян, вау. Джонас. Мне показалось, что это Криштиану Роналду. Вот Джонас. Нангелян, какой у тебя вообще? Да, нет, Нангелян я не хочу. Да, что-то, да, я его не очень хочу. Тиаго, Ганган.
Фабригас есть. Ну, в принципе, да. А, есть Марлос, есть Тайсон. Тайсон и Марлос, игроки Шахтера, они, понимаете, ребята, они элитные карточки. Тайсон в прошлом, в необновлении, тоти карточка Трейра. Ничего себе, тоти карточка. В необновлении Марлос, конечно, был, да, элитой, 81 вроде бы, а Тайсон был 78 рейтинг. Ну все, ребята, давайте на этом закончим. Вау, Ракетич еще даже есть. Ну, вау, 87? В смысле, вау, ничего себе. Ну что, вы реально за 410 тысяч всего лишь-то продаете его? Я не знаю, я бы продавал бы его за, не знаю, ну, за явно большую сумму, чем там сказано. А вот Ракетич. Ну, за 300 тысяч, ну, это стартовая цена. Мне это не нужно. Ну все, давайте, ребят, на этом закончим. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, и всем пока. Если вы хотите еще фифу, поставьте лайк. Пока.